Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как пошить обезьянку и бананчик. Для начала нам нужна выкройка. Вот я ее разместила на обычном листочке тетрадном в клеточку. Ставьте видео на паузу и перерисовывайте мою выкройку. Или же вы можете забрать ее на моем сайте. Шить обезьянку я буду из вот такого коричневого флиса. Мордочку обезьянки я буду делать из вот такого микроплюша. Бананчик я буду шить из желтого фетра мягенького иранского. И еще у меня есть вот такая тканюшка, которая тянется. Она по цвету очень похожа на настоящий бананчик. Начнем шить обезьянку с самого сложного, с головы. Для головы нам понадобятся вот эти детали. Первая деталька, вторая деталька, третья деталька, ушки и мордочка. Сейчас мы эти детальки будем вырезать. Вот я уже вырезала свои детальки. Это я пока уберу. Это наша задняя часть. Это наше ушко. Это наше ушко сверху светленькое. Вот из таких двух деталек будет состоять носик. Вот тут будет мордочка. Вот так. Теперь мы должны разложить эти детальки на нашей ткани. Вот мое большое ушко. Оно должно быть коричневого цвета, двойной тканью. Я прикалываю его вот так булавочкой. И обвожу на ткани. Это у меня изнаночка, как вы уже поняли. Я обвожу наше ушко. После того, как я обведу ушко рядышком, я обведу еще одно такое же ушко. Вот мои ушки. Я вот так их отрезала и сколола булавочками. Я их пока отложу. Вот этих деталек нам нужно по одной штучке. Поэтому мы берем ткань. Располагаем нашу детальку и обводим в одном экземпляре. Сначала эту, рядышком вторую. Теперь мы будем вырезать. Эту детальку мы вырежем прямо по вот этому контуру, без всяких отступов. А вот эту детальку мы вырежем с отступом вот таким на швы. Вот мои две детальки. Пока их убираем. Теперь берем ткань для мордочки. Кладем ее изнаночкой. Вот эта деталька, нам нужна одна штучка, мы ее обводим, вырезать будем сверху прям по контуру, так как у меня ткань не сыпется, я вырезаю прям по контуру. Снизу я делаю вот такой отступ, вот так, для того, чтобы нам удобнее было вшить эту детальку. Ушки мы делаем еще проще, мы складываем ткань пополам. Переводим наши ушки. Вот так. Вырезать будем по контуру. Вот наши ушки. Два ушка сразу мы с вами вырежем. Вот мои два ушка. Вот я их так вот немножечко обтрусила. У меня такая ткань, что просто... крайние ниточки выпадают и все, больше не пускает. И мордочку так же самое я вот так обтрусила, крайние ниточки выпадают. Вот видите, мордочку я вырезала по контуру и снизу оставила для того, чтобы удобнее было вшить. На ушках у нас уже предусмотрено для швов вот такие вот отступы. Так, это мы убираем.
Теперь мы берем нашу вот эту часть. Это наш носик, наша мордочка. Мы будем делать сразу две детальки. Я беру вот так вот, складываю ткань пополам. Кладу вот эту штучку. Вот так. Тоже обвожу. Сразу на две выкройки делаем. Вот я уже обвела детальку. Помечаю здесь точечкой носик для себя, чтобы я знала, что мне нужно будет зашить вот эту часть. Я скалываю булавочкой, чтобы у меня ткань не ездила. Немножечко, чтобы были швы, чтобы мы обрезали аккуратненько потом. Я беру иголочку и начинаю сшивать. Вот с этого места швом назад иголка. Зашиваю вот этот промежуток. Вот я уже прошила полностью вот до этого места. Вынимаю булавочку. Сейчас вот это я лишнее обрежу по кругу. Вот я вырезала. Вот такая у нас получилась мордочка. Сейчас мы ее пока отложим. Берем вот эту нашу детальку. Кладем ее личиком, лицевой стороной. Берем вот эту нашу детальку, которую мы с вами вырезали. Также кладем ее лицом вот сюда сверху. Вот так. Кладем так, чтобы нам понравилось. Наша мордочка ровненько. Вот так. Вот это как раз наш шовчик. Видите? Сейчас мы будем прошивать. Вот так. Просто приметаем, чтобы нам было удобнее потом работать. Берем иголочку. И просто обычным швом приметываем. Вот я немножечко прихватила. Сейчас вот так по кругу. Для начала мы сколем булавочкой, чтобы у нас не ездила эта деталька. Вот так. И сейчас по кругу мы будем пришивать нашу мордочку. Шовчик у нас будет обметочный. Пришиваем в одну ниточку, чтобы у нас не было видно швов. Вот так аккуратненько обметочным швом пришиваем мордочку. Я уже пришила мордочку. Теперь уберем нашу вот эту вот детальку. Ищем нашу точечку. Это верхушечка. Берем нашу деталечку, вот эту. Вот так это будет выглядеть. Мы должны определить с вами серединку. Серединку нашей вот этой головки, где-то вот тут. Вот эту серединочку мы должны уложить на вот этот наш шовчик. Это у меня изнаночка, это у меня лицо. Изнанку пришиваю к лицу. Вот этот наш шовчик тоже мы должны учесть. Так, вот мы нашли серединочку. Сейчас я булавочкой тут скалю сразу, чтобы не потерять ее. Так. И теперь мы должны от вот этой серединочки пришить вот эту деталечку к нашему вот этому месяцу. Пришивать мы будем вот так. Собирать, 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 собирать до тех пор, пока не дойдем до нашего вот этого месяца. Вот так. И так мы должны пришить. Начинаем от серединки, вот это пришьем, потом вернемся назад, а потом еще раз крепко сделаем один шов общий. Я уже прошила. Прошивать я старалась по нашим вот этим вот линиям, которые мы с вами рисовали с двух сторон. Вот я сейчас выверну. Вот у нас уже потихонечку начинает появляться наша обезьянка, уже немножечко похожа на ее мордочку. Переходим к ушкам. Сейчас будет наша задача прошить вот по этому контуру до этого места два наших ушка. Также будем шить швом назад иголка. Готово, я прошила. Сейчас мы с вами обрежем вот это лишнее по краешку. И с помощью пинцетика вот через эту дырочку, сейчас я ее сразу намечу,
через вот эту дырочку мы вывернем наши ушки. Вот я вывернула наши ушки, вот такие не получились. Теперь берем наши вот эти две детальки, внутренние ушки, смотрим, где наше вот это вот для швов мы оставляли место. И этим местом мы прикладываем вот так к ушкам, к нашим, к внешним. И так же самое, как мы с вами пришивали вот эту мордочку, обметочным швом мы сейчас пришьем вот эти наши ушки аккуратненько. Ушки сверху. Я их и тут зашила, у меня ткань плотная, набивать я их не буду. Вот наша мордочка. Прикладываем ушки так, как вам больше нравится. Можно так приложить, можно вот так к низу их приложить. Мне так больше нравится. Теперь мы должны их к мордочке пришить. Я беру ниточку, беру ушко одно, и вот где начинается наша мордочка желтенькая, я вот так сейчас буду пришивать. Немножечко выйду вот так за краешек, вот так. И так немножечко приметаю ушки наши. И второе ушко тоже так я сейчас пришью. Вот моя мордочка с ушками. Теперь мы эти ушки вот так вот сюда ей на мордочку кладем, с этой вот стороны их заколем, чтобы они не двигались. Вторую тоже. Так. Готово. Теперь берем вот эту нашу вторую часть, наши головки. Лицо к лицу, вот так, начинаем пришивать. Так, шов назад, иголка тоже, ниточка в два слоя у меня. По кругу пришиваем. Вот я уже по кругу полностью зашила. Внизу оставила дырочку. Вытаскиваем вот эти наши булавочки, которыми ушки мы фиксировали. Вот моя ниточка, сейчас я ее обрежу. Так, сейчас будем выворачивать аккуратненько нашу головку пальчиками. Так, видите? Уже с ушами сразу. Не надо мучиться их вставлять, разрезать. Сразу с ушками уже у нас обезьянка. Так, головку пока мы отложим. Сейчас займемся нашим туловищем. Возвращаемся к нашей выкройке. Так, это наше тельце, наш хвостик, ручки, ножки, пузик. Это я банан нарисовала, но сейчас мне уже кажется, что он маленький, поэтому мы нарисуем побольше его. Так, ну что, давайте сначала мы вырежем пузик, потому что он у нас единственный из вот этой первоначальной ткани. Сейчас я вырежу, обведу, как мы с вами уже делали, и ушки, и мордочку. Вот он пузик, сейчас я его отложу пока. Теперь беру само тельце, как-то у меня тут неровно. Сейчас я его... положу пополам. И вырежу симметрично. Так, вот наше тельце. Тельце у нас будет из двух половинок. Берем нашу первоначальную ткань, складываем ее вдвое, размещаем на ней наш пузик, скалываем булавочкой, обводим. Готово.
выкройку убираем, булавочку оставляем. Вот это мы сейчас отрежем. Так, теперь мы вырежем хвостик, ручки и ножки. Вот мой хвостик, вот мои ручки, две ручки и две ножки. Бумажные выкройки мне больше не нужны. Сейчас мы будем зашивать. Зашивать будем, оставляя вот здесь внизу дырочки. Тут хвостик, там где меньше, уже, это низ. Тоже оставляем дырочку для того, чтобы мы могли вывернуть. Зашиваем, зашиваем, идем снизу, вот так. Зашиваем мелкими стежочками, особенно в тех местах, где у нас пальчики. Здесь вообще у нас должны быть мелкие-мелкие стежочки, шов, назад, иголка. Я все прошила. Сейчас я вырежу все детальки, буду набивать. Вот я вырезала все детальки. Сейчас нам нужно это потихонечку все вывернуть. Берем вот так вот через нашу дырочку. Потихонечку вот так вот выворачиваем. Я буду выворачивать с помощью пинцетика, потихонечку вытаскивать вот так вот наружу наши внутренности. Вот мои детальки, я их уже вывернула, сейчас буду их набивать с помощью вот такого синтетического волокна, называется холофайбер. Такие шарики, они невесомые, очень объемные и легенькие. И когда стираешь поделки, быстро высыхает. Я буду набивать с помощью пинцетика. Сначала голову, потом ручки, потом ножки и хвостик. Вот я набила немного туловище. Голова у нас большая, туловище у нас маленькое. Поэтому нам нужно сделать каркас для того, чтобы у нас голова не падала. И вот две палочки для чистки ушей я вставляю в туловище. Кроме того, всем своим игрушечкам я вставляю сердечко, чтобы они у меня были живые. Вот нашей мартышке тоже я вставлю сердечко, чтобы она у нас была одушевленная. Вот я вставила две палочки. И теперь до конца дальше набиваю. Вот я уже до конца набила. Наши палочки стоят. Теперь мы берем, одеваем сверху тоже набитую уже голову. И теперь мы должны аккуратненько все это дело зашить потайным швом. Вот я захожу изнутри. И аккуратненько вот так зашиваю. Зашиваю голову вместе с туловищем вокруг этих палочек. Вот я уже пришила головку к туловищу. Головка держится хорошо, ничего не падает, не клонится. Отлично. Теперь мы должны зашить вот эти все наши верхушечки. Ножки и ручки мы просто зашиваем, особо не стараемся. А хвостик мы зашиваем красиво, собираем, потому что он у нас будет пришиваться сверху. Поэтому нужно его красивенько зашить. Вот я уже зашила ручки, ножки сверху. Хвостик я зашила аккуратненько, вот так. Вот я сейчас зашила, и сразу сейчас мы его пришьем. Так, как бы нам так, вот так пришьем сейчас хвостик. Так. Хвост на месте, все, я его пришила. Вот такой хвостик нашей обезьянки. Для того, чтобы нам ставить ручки и ножки, мы должны аккуратненько взять ножнички и аккуратненько расшить шов. Наши боковые ниточки аккуратненько. Вот я расшила, сделала небольшую дырочку. И сейчас мы сюда должны вставить ручку. Засовываем ручку,
готова. Сейчас тоже ее сюда аккуратненько потайным швом, как мы пришивали головку, пришьем. Вот я вшила ручки. И так же самое я распорола внизу. С помощью булавочек поравняла ножки ровненько. И тоже сейчас их пришью. Я уже пришила ножки. Сейчас мы будем пришивать пузик вот сюда. Так же самое, как мы пришивали мордочку нашу обметочным швом. Вот я уже пришила пузик из черного фетра. Я вырезала два вот таких вот кружочка. Это у нас будут глазки. Мы их сейчас приклеим. Вот у меня такой клей. Так, вот мои глазки. Носик сейчас мы нарисуем черным лаком аккуратненько с помощью зубочистки. Поставим две точечки. Так, одна есть, сейчас вторую. Так, готово. И сейчас еще пупик нарисуем. Тоже поставим точечку. Такой аккуратненький пупик. Сейчас я белым лаком для ногтей немножечко глазки. Зрачки сделаю нашей обезьянке. Банана, я беру две вот такие тканюшки. Одна вот у меня так тянется, она такая с маленькой ворсой, цвета вот как настоящий бананчик. А это у меня мягенький фетр. Так, сейчас мы нарисуем сам банан. Так, допустим, вот такой у нас будет банан. Вот так, сейчас мы вырежем вот эту детальку. Из вот этой вот светленькой ткани мы вырежем две такие детальки. А из оранжевого фетра мы вырежем три такие же детальки. Вот мои три детальки из фетра. И вот две деталечки. Вот эти у нас сам бананчик. Сейчас я аккуратненько, прям по лицу, обметочным швом сошью эти две детальки. Прям по лицу буду обшивать. Потому что вывернуть его просто будет нереально. Он маленький очень. Мой бананчик. Я его обшила обметочным швом. Немножечко набила с помощью пинцета холофайбера. И зашила. Теперь мы берем вот эти наши шкурочки, и нам надо их между собой сшить немножечко. Вот эти вот три клина между собой. Сначала вот эти два клина сшить, потом к этому клину и к этому клину пришить вот этот третий клин. Вот так. Сшивать мы должны не до конца, а вот где-то вот до этого расстояния, чтобы у нас вот так были завернуты наши шкурочки вокруг банана. У меня получился бананчик, я его уже вставила. Сейчас мы его пришьем в лапку нашей обезьянки. Вот так вот завернем ей ручку.
и пришьем ей бананчик прям вот так насквозь, чтобы он не выпадал. Ой, за ушко зацепилась. Такая у меня получилась обезьянка. Я назвала ее Глория. У нее настоящее сердце, притом у нее есть банан. Ей можно одеть колпачок, который мы с вами шили. И она будет по-настоящему символом 2016 года. Она принесет удачу нашим куколкам и ихнему кукольному дому. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!